Всем привет, это шеф Стас, весь шеф снова с вами, давно не виделись, я по вам соскучился. Жаркое лето, и я хочу поделиться с вами рецептом одного вкусного освежающего коктейля. Коктейль этот на основе камбучи или чайного гриба. Настоящий красавец, не правда ли? Если у вас нет дома чайного гриба, вы можете купить камбучу в магазине или можете заменить ее имбирным пивом или имбирным элем. Основной ингредиент – камбуча, а в качестве алкоголя мы добавим темный ром. Итак, пойдем готовить.